Саламатсыздар ма, құрметті отандастар, я Сабитов Айбек. Сегодня 20 мая, сегодня я был освобожден из мест лишения свободы, учреждение 167/3 города Чимкента. Я требую, чтобы освободили моего мужа, гражданского активиста Айбека Сабитова. И я хочу, пользуясь случаем, всех поблагодарить, тех людей, которые переживали за меня, оказывали моей семье моральную и материальную поддержку, за информационную поддержку, за юридическую помощь. И помимо того, что я отсидел свой основной срок, я все так же остаюсь пленником нынешней диктаторской власти. У меня остались еще 2 года пробации, но помимо пробации буквально месяц назад прошли у меня суды, и мне еще дали 2 года надзора. И поэтому хочу сказать то, что ваша помощь в местах лишения свободы, она очень сильно ощущается. И поэтому давайте будем сплоченней, помогать друг другу. Аллах Казахстан!